Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак. У меня сегодня очень насыщенный день, поэтому я записываю для вас влог. Сегодня я уже в 12 утра дня, для кого как, прочитала лекцию о том, как создавать и продвигать свой канал на YouTube. Это происходило в рамках фестиваля School Fest для школьников и их родителей в IT-парке Анкудиновский. Было весело, правда, я не смогла взять с собой камеру, записать, было достаточно сложно, проблематично, Олег сегодня был на съемках. В общем, с этого мероприятия у меня остались только фоточки. Ну а сейчас я нахожусь на бьюти-вечеринке Татьяны Зенчевой. Я уже была на подобном мероприятии в начале марта, читала лекцию о платьях-трансформерах. Если вы следите за мной ВКонтакте, то уже могли видеть, был такой влог, достаточно забавный. Сегодня я здесь присутствую в качестве блогера. Здесь, кстати, очень много людей сегодня. Уже для девочек действует бьюти-зона, где могут сделать прическу, укладку, макияж. Вы можете спросить, что на мне сегодня за береточка. Такая забавная беретка. Это в цвет моего пальто винтажного, который я задекорировала с помощью нашивок. Ну, а этот берет тоже мне достался бесплатно. Я его нашла на фримаркете и на берете. На этом сверху была дырочка. Его, в общем, отдали по этой причине, не знали, как замаскировать. Я обрезала вот пумпошечку такую, знаете, торчулю, которая торчит сверху любого берета, и пришила вот такой меховой помпон. Для того, чтобы задекорировать берет, нам потребуется, собственно, сам берет, небольшой кусочек меха, ножницы и, конечно, нитка с иголкой. Приступаем. Для начала пройдемся ниткой по всему периметру нашего мехового квадратика, для того, чтобы потом его стянуть и превратить в помпон. Теперь нам нужно отрезать вот эту пимпочку, которая находится наверху берета. Делаем мы это при помощи ножниц. Отрезаем. И можем безжалостно ее выкинуть, она нам больше не потребуется. Теперь нам осталось пришить как можно крепче наш помпон к берету. Делаем это максимально аккуратно и максимально крепко, для того, чтобы во время сильного ветра помпон не улетел. Ну и, конечно, вы спрашивали, что на мне за блузка. Блузку я также декорировала сама, кто еще. На самом деле это перешивка из платья, то есть я сделала такую блузку с длинной, с удлиненной баской. Она на самом деле собрана из нескольких коллекций, потому что здесь представлено несколько кардиганов из коллекции Animal Style 2018 года и из Family Look. У нас есть модели, которые связаны вручную, их здесь сегодня не было представлено. Есть модели, которые вяжутся на промышленных машинах и на бытовых машинах. Я и моя мама, да, мы сами вяжем, отшиваем все вручную. Бирки, швы все вручную отшиваются. За этим мы очень следим, чтобы качество изделия не теряло. Вторая коллекция у нас Family Look. Также там сочетание кардиганов, костюмы, перья. Этот же декор, но уже с детками. Мы сотрудничаем с модельным агентством второй год, там Beauty Secret. Они находятся на каждом дорожнике. Нам нравятся очень их дети, и без них мы уже не представляем себя на самом деле. И как раз-таки с ними, с этой вот второй коллекции, мы собираемся на Estate Fashion Week в Москве осенью.
сделать так, чтобы их гардероб доставлял им радость. То есть при помощи простых довольно вещей сделать таким образом, чтобы гардероб и комбинировался очень хорошо, и чтобы были различные комплекты и для повседневных образов, и для таких образов на выход. Сегодня я расскажу, как работать с цветом немножечко, а потом мы с девочками прям попробуем самостоятельно, прям на лекции будем составлять гардероб. Возьмем какую-то основу, базу, и будем добавлять какие-то вещи и смотреть, как вот эти образы будут изменяться. Цвета, больше цвета, девчонки, не бойтесь цвета, добавляйте. Вообще весной цвет очень классно. Особенно на наших улицах, где преобладает такой черный, коричневый, поэтому все за цветом. Подарили очень неожиданно, что тут, гель для душа и крем для рук, очень для меня неожиданно, большое спасибо. И, кстати, вы меня часто спрашиваете, куда ходить в Нижнем Новгороде, где есть какие-то интересные мероприятия, так вот, внизу я оставлю ссылочку на страницу Татьяны Зенчевой. Это организатор мероприятий для женщин. То есть, если вы хотите потусить в девчачьей такой обстановке, чтобы вас накрасили, чтобы сделали причесочку, укладочку и узнать что-то интересное, потому что Татьяна еще и приглашает лекторов, которые бы рассказывали о чем-то интересном. В общем, ссылочка в описании. Вы можете подписаться, следить за новостями. Татьяна постоянно выкладывает ссылки на мероприятия, которые организуют. Ну и также подписывайтесь на мой контакт. Тоже я периодически выкладываю мероприятия, куда хожу. Так что следите за обновлениями. Давайте ходить на женские посиделки вместе, встречаться, общаться. С вами была Наталья Ксенчак. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи, пока!